Жабочные враги. Да как жабо? Три жабочки. Детская выходка взрослого дяди. А? Ну? Я так не долечу. Ну закажи, закажи. Пап, не заказываем. Так ты мне тут еще будешь. Девушка. Девушка, подойдите, пожалуйста. Я могу помочь? Скажите, что это? Гуляш. Я вижу. А из чего он? Осталась только свинина. Я ведь сказал, мы заказывали особое меню. Я сейчас все выясню. Не надо ничего выяснять. Заберите эти коробки. Хорошо. Извините. Говорит командир. Старшему бортпроводнику в кабину немедленно. Старшему бортпроводнику в кабину немедленно. Пардон. Девушка, одну минуту, я подойду. А? Я не вам. Не надо мне это показывать. Я на вашем сайте заказал особое меню, так? Я понимаю, но... Ввел все данные, специальный код, номер рейса, места, ряд. У меня только один вопрос. Зачем я это сделал? Понимаете, мы с сайтом напрямую никак не связаны. Вся информация попадает к нам сразу списком. Вот специальное меню. Номера мест, видите, ваших нет. Я еще раз говорю, не надо мне это показывать. Я вас что, обманываю? Нет, конечно, извините, пожалуйста. Произошла какая-то ошибка, мне очень жаль. Девушка, это не ошибка, это неуважение. Вы понимаете разницу? Понимаю. Ошибка то, что я полетел в вашей авиакомпании. Ну, не стоит так нервничать, я вас очень прошу. Мы сейчас все исправим. Я нервничаю! Асан. Подожди, вы меня оскорбили. Вы семью мою оскорбили. Она же не виновата, это компьютер. А свои глаза у нее есть? Это что, по-вашему, хиджаб от холода? Девушка, вы в школе учились? Мусульман можете отличить? Я вас очень прошу, не надо говорить со мной в таком тоне. Кать, Катя. Простите, пожалуйста, примите наши извинения. Вы можете выбрать любое блюдо из меню бизнес-класса. Спасибо, наелись. Понимаю. Я могу вам чем-то помочь? Объясните своим сотрудникам элементарные вещи. Вы правы. Еще раз простите. Приятного полета. Что ж за страна такая? Страна не нравится, свою уезжай. Что сказал? Да ничего, ты ничего. Лезешь, ты не лезь. А я никуда не лезу. Не что, наорет? Свинина не нравится. Что? Свинина не нравится, не ешь. Я съем. Ты что сказал, эй? Они скоро и нам свинину запретят есть. А ты вообще будешь в паранже ходить. Я тебе говорю, сюда смотри. Ну ошиблась девочка. Что теперь ей? В шариатский суд, что ли? Сюда иди. Смотри сюда, самый. Иди сюда. Что ты сказал? Куда ты лезешь? Сейчас, подожди там. Сейчас, подожди, подожди. Иди сюда. Подожди ты. Иди сюда. Вот и подойди к себе. Что ты сел там? Что ты бежишь? Что там сказал? Куда мне уезжать? Подожди ты. Я у себя дома. Может, ты уедешь, а? Ты скопал. Из России, понял? Да там, Аллах! А не другой. Какой бог, урод? Ты не там знаешь. Ой, иди сюда. Куда пошел? Чеки! Ну что, куда пошел-то, а? Чистый, например, чувак. Лизовый катас. Молчал бы, если не разрушил.
пассажиры, я прошу вашего внимания. Уважаемые пассажиры, я прошу вас достать спасательные жилеты, распаковать и надеть на себя, так как было показано в начале полета. Ваш спасательный жилет находится под сиденьем вашего кресла. Наденьте жилет через голову. Протяните тесьму за спиной. Застегните и туго затяните под жилетом. Чтобы надуть жилет, резко потяните за колпачок. Ни в коем случае не надувайте жилет в салоне самолета. Пожалуйста, храните спокойствие. В ближайшее время мы получим инструкцию командира корабля. С вами работает опытный экипаж. Пожалуйста, давайте его вас попросили одеть жилет. Девушка! Внимание! Говорит командир корабля. Самолет неисправен, предстоит внеплановая аварийная посадка на воду. На борту имеется аварийно-спасательное оборудование. Мы предупредили спасательную службу, принимаются все необходимые меры. גם כלב מגיע, צמוס לא ירדה, כי אתה אם עוד ישיב תחלות, משם תוכלים ולחמדי. עינדק אחתסי במוסיבתי, פאג'ורני פיה, ועבדילני פיה חיירן מינה. איבא תוויו יש צרצוי סיוע סלאבה בליקי. אמין. Прости меня, пожалуйста, если что-то делала не так, прости, пусть мы не упадем, умоляю, обещаю тебе. О боже, неужели сейчас? А дочка, она же ничего не успела. Помоги, прошу тебя, Господи, помоги. Прошу тебя.